Приветствую всех на своем канале, с вами Елена Смирнова. Кто не подписался на канал, подписываемся. Я, как всегда, продолжаю делиться с вами информацией. Сегодня я хочу поделиться с вами такой криптомонетой под названием Бро, где мы будем слушать радио и зарабатывать криптомонетку на полном пассиве. Ничегошеньки не делала, просто прослушивая радио. Значит, кошелек можно скачать здесь на свой компьютер, здесь на Windows, Mac, потом еще тут у кого какая, в общем, оперативная система. Далее, что регистрация здесь простая, пройдя по ссылочке, вы нажимаете регистрация, здесь будет реферал, ваш реферал, ну, вышестоящее имя пользователя. Пишите логин, а почта, пароль, повтор пароля, галочка, галочка. Далее нажимаете зарегистрироваться. На почту, не помню, приходило письмо или нет. И вход по логину и паролю нажимаете войти. Еще есть кошельки на бирже, на двух биржах. Значит, первая биржа это Crex24 и вторая биржа это CryptoHub. Вот, значит, сюда вписываете криптомонета, например, пишите Bro. У вас открывается вот криптомонетка. Нажимаете на депозит. У вас будет сгенерировать адрес. Копируете этот адрес и вставляете, ну, в настройках. Сейчас я вам все покажу. Есть еще одна биржа. Так, у меня все по разным браузерам раскидано. Что в режиме инкогнито, что так. Еще вот на Crex24. Опять же, сюда вбиваете Bro. И вот это у меня как бы стоит цена этой монетки. 489 на данный момент сатошков. Но она растет как бы. Ну, курс плавающий. Значит, нажимаете счет. И вот у меня здесь тоже сюда вписываете Bro. И вот пополнить нажимаете. И у вас тоже адрес. Копируете и вставляете в настройки. Давайте перейдем теперь непосредственно на это радио. После того, как вы зайдете, попадете в кабинет такой вот. У меня уже, как видите, музыка играет. Звук я выключила. Я, так как на Яндексе у меня вот где забита вот эта битрадио, и вот в самом верху есть такой маленький микрофончик. Я ее нажала и выключила звук. Значит, что я буду делать? Что нужно сделать? В первую очередь зайти вот три полоски. Зайти в профиль. Заходите в профиль. У вас здесь что? Email, повтор пару имейла. Значит, вот это прописать кошелек вот валет. Вот сюда, в эту строчку прописывайте свой, копируйте, ну, номер, адрес кошелька. Или с биржи, или скачиваете. Скачать. Вот он у меня. Так. Вот он у меня, правда, завис. Вот у меня монетки пришли уже. Но он у меня еще синхронизируется, и как что он все у меня виснет. Так, далее прописываете вот сюда адрес кошелька, сюда пароль. При регистрации нажимаете «Сохранить изменения». Все, ваш кошелек прописан. Далее что? Это выбор тоже музыки. Можно выбрать страну, город, тему, жанр, графика. Это по вашему усмотрению. Вот здесь основной баланс. Минимальный вывод 0.1 монета. Монетки, вот лично мне, я вот сужу по собственному мнению, текут рекой эти монетки. Очень быстро все набирается. И вывод автоматический. Вручную ничего не надо делать, не надо ничего вводить. Далее нажимаете сюда «Друзья». Будет ваша партнерская ссылочка. Опускаемся чуть ниже. Вот партнерская программа 5,2,5% и 1-3 уровня. Значит, вот это вот ваша партнерская ссылочка идет. И чуть ниже там идут уже баннеры, если кому надо.
Так, далее что? Опять нажимаю на три полоски. Здесь вот страны, города, темы, жанры. Это все музыка, как бы, да? Здесь можно как бы поделиться в соцсетях своей партнерской ссылочкой. Я нажимаю 1, 2, 3, вот где вот, так вот, сюда нажимаю. Здесь я прослушиваю свою музыку. Значит, можно выбирать любую на ваше усмотрение музыку. Вот. Давайте вот сюда на циферку 3. Я еще не нажимала. Музыки здесь много. Любую выбираете и слушайте на свой вкус. Как что вам нравится. Ну, давайте я первую нажму. Прежде чем слушать, у вас здесь появится капчу. Я уже прошла капчу. Вот радио Мегахит Румыния. Какая-то музыка. Значит, пройдете капчу. У меня уже идет отсчет времени. Вот 2 часа 43 минуты. Я включаю музыку. Звук у меня выключен. Все. У меня, вот видите, идет музыка включена. Звук, я, как уже сказала, у меня выключен. Вот. И можно, главное, чтобы не закрывать. Она у меня открыта. А далее я уже занимаюсь своими делами. Периодически захожу, проверяю время. Чтобы и по новой включаю музыку. И так вот у меня монетка накапливается. Давайте я теперь вам покажу выплату. Так, у меня кошелек я забила. Сначала вот у меня здесь было, так как очень долго у меня все это синхронизировалось и до сих пор синхронизируется. Вот у меня сейчас на кошельке 0.7 монет. Так, ну я взяла вот Скрекс 24, так как у меня очень много здесь как бы криптомонет, чтобы не разбрасывать по разным биржам, да, естественно, я взяла кошелек Скрекс 24, потому что у меня здесь, как я уже сказала, вот нажимаю отчет, сейчас я вам покажу. История платежей. И вот у меня криптомонетка. Бро. Так, это подождите, у меня на циферке 2. Ну, на циферке 2, да? Вот здесь бро, 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 бро. Вот видите, как много идет. Бро, бро, бро. Монета моя, вот. Монета моя, бро, бро. Сейчас я перейду на циферку 1. Так. И что вот тоже? Бро, 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 вот. А я говорю, она текет у меня рекой. Вот 0.1. Да, вот идет вывод. Ну, по-разному. 0.14. 0.0. 0.17. 0.15. Ну, так где-то. И она выводит. Очень быстро все накапливается, эта монетка. Я даже и на биржу-то я редко захожу. Так проверяю периодически, то, что монетка поступает. Ничего я не вывожу. Так, монетку я показала. И что у меня? Нажимаю счет. И вот она у меня, криптомонета Бро. И вот у меня 2.99. Ну, почти я вот с этого кошелька потом переведу тоже на биржу. Но у меня уже более 3 монет. У меня уже 1000 сатошек, у биткоин сатошек 1463, ну 1500. Вот. Этих сатошек. Вот такая вот криптомонета. Я занимаюсь, вот у меня просто вот это включено. А так я хожу, занимаюсь по буксам, по кранам. И, как я уже сказала, периодически захожу, проверяю только время, чтобы, да, по новой включить это радио. Прохожу капчу, у вас здесь будет капча. Выбираю любую музыку. Здесь музыку я слушать ее не слушаю. Звук выключаю. И мне монетка как бы капает. Кому интересно, пользуйтесь. Я лишь как только делюсь с вами информацией. Ну, а вы уже сами решите, надо вам это криптомонета или нет. Я так люблю всякие альткоины и всякие разные криптомонеты.
На этом буду заканчивать. Всем удачи, больших заработков. До новых встреч!